Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, ну что, зайдем в квесты и посмотрим, что у нас новенькое. Так, а новенького у нас ничего нету, но зато у нас есть за Джеки задание. Так, Динамайк, то есть все 5-10. Так, воспользуйся кнопкой играть снова в режиме пейнтбой. Пейнтбой, нет, не хочу. Давай, наверное, вот этот продолжим. Нам победить надо 15 врагов. Кем только, вот я думаю. Но давай возьму, наверное, Динамайка. Давай возьму Динамайка, фиг с ним. 15 противников Динамайком убить — это за гранью невозможного для меня. А что за режим ты взял? Блин, а что за режим ты взял? Ой! Все, я вспомнил, что это за режим, ребят. Так, надо туда бочоночек большой бомбануть. Да кто же меня там? Так, у нас счет какой? Блин, мы проигрываем. Да блин, это Пайпер, ёпрасоте. Ну что за фигня? Пайпер там, ребят, в кустах вот этих. Щенявая. Блин. Ну да, подбили здесь, ладно. Не, ну Динамайком, конечно, ребят, да, это не лучший вариант. Там Динамайк, давай попробуем Мортиса. Давай, слушай, а у нас Мортиса ничего не стоит. Так, Мортис сделал взмах лопаты, нанося всем врагам поблизости, понятно. А вот это, блин, не то. Скорость перезарядки становится выше на 4 секунды. Единиц урона. Ладно, я возьму, наверное, вот это, ребят. Угу. Сюда уже не могу ничего поставить. Попробуем за Мортиса сыграть. В этих кустах, я думаю, ему будет самое то. Хотя, как сказать. Блин. Так, у них тоже Мортис. Так, у них тут еще Ладинши это. Ага, он меня спалил, да? Сейчас попробую, ребят, здесь нахерачить. Так, 7-0 счет. Готово. Двоих, да-да. Было неплохо. Я говорю, в кустах ему самое то, ребят. Новый ранг мастерства. Влад Алпатов. Блин, я бы рад был Владуша, но не сейчас. Так, подожди, новый мастер. Эпик. Да ё-моё, ну 100 силы, блин. Так, подожди, это же, по-моему, я что-то могу забрать. Воу. Друзья мои, 1000 монеток. 1000 монеток мне здесь, наверное, пригодится.
Так, что здесь поставить? Ускоряет движение в кустах. Увеличит урон на 15%, если осталось... Блин. Скорость летучих мышей увеличится на 50%. Увеличит количество использования гаджета. Черт. Добавляет... Да щит это фигня. Мне кажется, вот это надо брать, ребят. Почему-то мне кажется, что надо брать один заряд гаджета. Возможно, я не прав. Возможно, ребят. Так, что у нас там? Я, кстати, не глянул. По заданиям. По заданиям нам нужно еще трех уничтожить. И кнопку снова... Подожди, а кнопку снова в любом режиме, да? Да, кнопку... Ну, вот здесь вот еще... Может, в пинбой сыграть, ребят? Блин, ну мне кажется, что Мортис на пинбое это, блин, не то немножко. Опа, опа, Пайпер опять, ребята. Висявая Пайпер, а? Да ну! А я-то где? Я? Вон он. Блин, ну какого лешего? Так, ладно, ребята, у нас 79%. Так, оно не у нас, да? Готов, хмырь. Да ядрен, матрен! Пойдем, Пока, блин. Я, кстати, не видел, чтобы Пока хоть раз бы хильнул нас, блин. Блин. Черт, тебя побрал. Пока, ну куда ты ведешь? Сейчас помогу. Да куда ты, блин? Ребят, ну процентовки мы проигрываем. Ну, давай, Мортиса, убейте. Есть. Хе-хе-хе, в конце, ребят, в самом конце. Фьюх. Немножечко напрягло, да, немножечко напрягло, но тем не менее. Он семерых убил, а я 11, ребят, закошмарил. Я 11 закошмарил. Так, с, билета не будет у нас, да? Пока нет.
Что там у нас еще, друзья мои? У нас идет парное столкновение, либо захват кристаллов. На захват кристаллов я, наверное, возьму как раз Джеки. У нас еще есть горячая зона. Но все-таки захват кристаллов. Давай, Джеки, на захват кристаллов. Побежим сейчас с тобой. Нам нужно наносить урон, а в захват кристаллах это самое то. Потому что герой возрождается, и ты, соответственно, им наносишь урон, наносишь и наносишь. А вот, например, на нокауте ты уничтожил врага и все. Опа, у них тоже, ребята, Джеки. Блин, у них этот факир бесявый, маг этот, колдун, как его назвать, я даже не знаю. Я даже не смог ничего сделать. Моя Джеки слишком слаба здесь получается. Ну куда ты, Рэй, лезешь-то? Ну нафиг ты... Нафиг я их кормлю, а, ребят? Давай, 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 иди сюда. Это все будет наше. Давайте еще один кристальчик забираем и... Так, ребят, прикрывайте меня, я здесь. А, у нас нехватка. Вот они, два кристалла, бери. Надо как-то разносить, друзья. Как их разносить тут, я не пойму. Давай, 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 давай. У них 10 кристаллов. Фу, бля. Да куда там придурочный побежал, дебила, кусок конченый, просто конченый, блин. Я охерею с него, блин, дебила, кусок, дегенерат. Ой, дегенерат, блин. Я даже, ребят, я с этой командой, блядь, просто... Короче, дебилы, просто дебилы. Чувак подбирает кристаллы, этот рядом отбегает от него. Вместо того, чтобы пойти помочь, блин, забрать кристаллы, он убежал. Даун, просто даун. Че я могу еще сказать? Такой элементарщины не понять, блин. Причем здоровье было почти больше половины, блин. Он побежал в другую сторону. Придурок, блин. Блин, ну тут гораздо с такими дебилами в команде играть, блин. Побежал с цикло, да? Бул-то этот. Да Нита вызвала все-таки свое хамло это. Да где они все шоркаются-то, больные эти? Твари, блин, помать, блин. У меня слов уже нету, блин. Говнюки вшивые, блин. Где-то сдохли, блин, лежат этот холодильник дебильный бегает, блин. Че ты тут прыгаешь, блин? Блять, меня вымораживает просто вот этот маразм, блин, их.
Так, там остался один говнюк. Я иду за ним. Все, отходим. Стой здесь. Отлично. Все, победа за нами, ребят. Фух. Сколько нервов, блин. Зря, что ли, магний B6 пью, я не понимаю я. Нормально, удачно. Так, ребятушки, нам надо еще почти 40 тысяч урона нанести. Но зато я билетик получу. Да, и скоро здесь у нас будет ранг. Так, звездочка. Понятно, что редкая. С 50 монетами. Так, значит, 40 тысяч урона мне нужно нанести. А потом горячая зона столкновения, ребят. Нет, горячая зона лучше, никаких столкновений. Никаких, ребятушки, столкновений. Только горячая зона. Но там надо будет взять какого-нибудь персонажика нам. Новенького, свеженького, чистенького. Желательно, которого надо прокачивать. А прокачивать-то у меня есть кого. Не все, по-моему, бегают 10 уровня. Пошли, тараканы. Друзья, я заранее извиняюсь за свои крики, ругань, вот это все. Это все на эмоциях, поверьте мне. Все абсолютно, ребят, на эмоциях. Куда я полез-то, блин? Нормально? Офигеть. Блин, не добили. Что-то я тут вообще не могу ничего сделать. Что это за зона такая дебильная, ребят? Так, краб. Сейчас этого джина. Да вали ты эту Соню, блин, или кто там. Я не знаю, как ее там звать, блин. У них 7 уже осколков, ребят. Не, ну для Джеки здесь очень тяжело играть. Она подсвечивает, по ходу дела, вот этой фигней. Сюда, говнюк. Так, ну у нас уже 10 кристаллов. Отлично, молодцы. Козырно разыграли. Все, пока я их там отвлекал. Молодчаги. Даже Тик тут нормально сыграл. Чего я не ожидал, на самом деле. Такс, блин, надо было нажать кнопку играть снова. Да понятно, что 25 силы вашей никчемные. Так, а тут у нас что будет? Тоже, наверное, звездочка, да, я так понимаю. А, новый рубеж 200 монет, ребят, новый рубеж 200 монет, блин. Ты к этому рубежу хрен знает сколько времени идешь, они тебе всего лишь... На тебе, парень, 200 монеточек. Перекуси себе, купи себе маленький сэндвич. Так, ну ё-моё, блин, как же ей плохо, ребят. Ей плохо в том плане, что она ближний урон только наносит. Она не может вдаль бомбить. Вот это очень плохо. Вот против Мортиса более-менее, ребят, пойдет. В плане я какое-то отравление получил. Блин, засветило. Есть притяжение, притягивание есть, ребят. Сейчас попробую. Ну, куда ты, блин? Черт, подери, блин. Она что, когда притягивает, она не наносит урон? Я думал, что притяжение наносит урон хоть какой-то. Я даже не могу суперудар сделать, прикинь. Че нас так разносят-то быстро, блин? Все, ребят, надо забирать эти кристаллы у них. Еле ходит, а.
пипец, просто не могу ничего делать. Все, проиграли. Да, Джеки здесь, конечно, это пипец полный. Подходить постоянно вплотную. Ну, мне надо за нее отыграть, ребят, понимаете? Я бы и рад бы, блин, убрать ее к чертовой бабушке и взять другого персонажа. Но за нее надо отыгрывать. Еле ходит, блин. В кустах ее просвечивает, блин. Она против Мортиса вообще идеально подходит, но... Это только против Мортиса, блин. За перегородками очень неплохо, ребят, себя ведет. Конечно, автоатаку, блин. Постоянно эту кнопку жму, блин. Так, був, хорош, хорош, ребятушки. Я ж туда попробую зайти. Забрал, забрал, забрал. Это наш? Наш. Так, Бул, стой, вон они идут. Ага, просветило. Нормально, отлично прям. Ну, есть. Так, пойду вот это вот заберу. Так, 8 самоцветов у нас. Ну, в принципе, все, победа. Нормально. Тут хорошо получилось. Из-за кустов, из-под тишка Джеки действует. Ну, она так и должна, ребят. В принципе. Так, билетик будет у нас? Должен, по идее, быть. Угу. 100 кредитов. Так, итого у нас 780. Так, теперь, значит, что? У нас, получается, горячая зона остается лишь. Горячая... Две горячих зоны. Друзья, две горячих зоны. Давай посмотрим, кто у нас не прокачан до 10 уровня. Так, есть. Я вижу Капитан Гром. Ага, Эш. Капитан Гром, Эш. Ну, и, по-моему, тут все. Да, Капитан Гром и Эш, ребят. Так, ну я, наверное, Грома возьму. Я его чуть-чуть... Подожди-ка. Да, я его чуть-чуть вкачаю, ребят. А что у него есть? Гром создает... Гром достает из гром-бомбы дозорную вышку, позволяющую союзникам видеть сквозь кусты на большой площади. Здоровье вышки постепенно уменьшается. При следующей атаке Гром швыряет... разрывную рацию 3 раза подряд. Разрывную рацию. Интересно, что лучше взять? Вышку или разрывную рацию? Вышка хорошо и разрывная рация хорошо. Но вышка, она действует для всех, а разрывная только для меня. То есть она дает только мне пользу. Какое парное какое столкновение, блин, я же горячий. Ё-моё. О, ребята. Да. Дебилизм. Ну что ты, соплюк? Мы еще и ходим с тобой еле-еле, блин. А что у нас тут еще и зона есть, что ли? Ну куда я, ребята, им, блин, тут буду проходить?
А что там со своим пузырем, блин? На. Мы его ушатаем или нет сегодня? Кактус, блин, идет. Фига у кактуса урон. А, правильно, у него 6 силы набраты. Серьезно? Пробил всю игру, блин. Еще умудрился выиграть. Здоровски, ребята. Нет, никакой не узел мертвецов. Горячая зона, конечно, друзья мои, какой озеро мертвецов? Офига себе, как тусенок, ребята, всех вырубил. Как так-то? Ну что, ребята, горячая зона. Биби. Так, ну у них тут, блин, псих. Кольт. Такие довольно неприятные противники. Давай по чесноку скажем. Пэм, ну ты серьезно, блин? Ты не зачастила, дрянь? Они, блин. Короче, с такой командой, да, далеко уйдешь. Нафиг ты под выстрел, ты идешь, рейд, тупой ты, валинг, дебила ты, конченого кусок, блин. Нахер ты идешь под выстрелы от кольта, ёб твою медь, блин. Дебила кусок конченый, ну ёб по маковку, ну как это, блин, ребята, ну... Идти под выстрелы. Да... Идти, блядь, под выстрел. Ну, дебил. Ну что я могу сказать, ребята, что по этому поводу? Кольт стреляет, и мой персонаж бежит туда, блядь. Я понимаю, что я уже вижу, ребят, когда по мне прилетает залп. Понимаешь? Ой, блин. Никаких нервов нафиг не хватит, ребята. Ну, никаких нервов, блин, у меня не хватит с этой игрой. Ну, серьезно. Все говорят, да ты не переживай, это всего лишь игра. Я понимаю, ребят, что всего лишь это игра. Но она, вот, блин, знаешь, как вживаешься в роль какого-то своего персонажа, и все, блин. У тебя просто падает забрало, и... Блин, у них команда, конечно, жесть, ребят. С этими дракончиками, блин. Ну что это еще там за говно, блин? Почему это говно именно в меня попало? Нет, ему надо прокачивать, друзья мои. Однозначно надо прокачивать эту, как она называется. И все в меня почему-то попадает. Все в меня, блин, попадает. Ну, ёпарасоте, блин. Фрэнка сейчас загасит, скорее всего, ребят. Да, Фрэнка забомбили. Там-то кто? Там Тик стоит. Глюканул Тик, короче. Ну, победа тут уже за нами, друзья. Это уже однозначно. Ничего им тут не остается. What you saw?
Так, по-моему, ребят, два задания сразу. О, 10 уровень получает у меня аутсайдер. И выиграть бой 5 раз. У нас еще такое задание, оказывается. Редкий, редкий. Все только редкие, блин. Но билетик дайте, пожалуйста. Спасибо. Супер редкий, да? 200, отдай мне 200 монет моих. Честно, заработанных. Так, новый рубеж будет звездочка. Так, по горячей зоне у нас, по-моему, все, ребят, да? По горячей... Нет. Не все. У нас еще дуэли один, ребята. Игровой режим сейчас недоступен. Почему? А, нету дуэлей, понял. А это задание мне не поменять никак. Ладно, ребят, горячая зона. Получается, что эти пацаны у нас прокачались. А, Эш, Эш. С Эшем на горячей зоне. Как ты думаешь, с Эшем на горячей зоне нормально будет? Мне кажется, сейчас Эш будет только отлетать. Нет, он может выиграть только если, ребята, будут крысы. С крысами возможно, но тут, ну, блин, у них Карлуша, у них Макс. То есть довольно быстрые персонажи. Что ты делаешь? Так, у них турель. Хорош. И все мимо, отлично. Ну зачем ты меня подсветила, гадина? Это Карл подбил меня, ребят. Я думал, что наша команда будет более благоразумней. Но нет. Наша команда фуфло. Этот стоит, чмошник, даже ничего не делает. Дебила, кусок, блин. Тварь, блин, поганая, блин. Хер ли ты, блин, сидишь там, краб вонючий, блин. Дауна, блин, кусок, блин. Вообще никак не помогает, ребят. Тормоз, блин, шторм этот, блин. Просто тормоз, блин. Шнырял, блин, ничего, не прикрывал никого, блин. Грубо говоря, прохалявничал вообще. Просто прохалявничал. Сидел в кустах, как задрот полный, блин. Я, ребят, не... Блин. Слизерт этот. Смузи, блин, как его там? Смурф, хиру, как его звать-то, блин? Сейчас начнет. Слизерт, да? Слизерт его звать. Сейчас начнет. Привет, привет, привет. Конечно. Давай, давай, давай. А, это Биби. Ну, понятно. Ладно, я хотя бы тут пощелкал немножечко их. Ну, робец. Херобец. Дай я этого грифа. Ты будешь грифа-то сегодня бомбить или... Конченый Эш, блин. Конченый Эш. Ни черта не может. Не хватает ему заряда, дебилу, блин. Сколько мы нащелкали-то там хоть? Троих. Ну, а что ты хочешь? Это Эш, ребят. Это Эш. Он 8 уровня. Его на 10-ку надо понимать, друзья. На 10-ку.
Ну, я имею в виду до 10 уровня. Это Роза, что ли? Да, Роза в костюме богомола, блин. Не, краба, в костюме краба. Не понял, ты что там такое сейчас было? Так, Карлуша опять. Ага, Карлуша выпускает, он боится. Переживает, да? А где мои все-то? Ее просто, я не пойму. Где все, блин? Эта Роза вшивая там ходит, блин. Тормоз перестройки, вообще ничего сделать не может, прикинь. Ну, мы проигрываем однозначно, ребят. Тут уже всем и так все ясно. Сорок 3%. 95-96. Да, тут проигрыш. Все. Да. У этой Розы, которая в нашей команде была, понтов до хрена, а толку ноль. Просто. Их Роза намного лучше себя вела, чем наша, блин. Так, Карлуша, блин. Ворон, ладно, посмотрим. Мне Ворон не нравится, ребята, в том плане, что у него очень мало хп. Зря мы, наверное, так сделали. Пиу-пиу. Вот, заряды кончились, и все, и что ты сделаешь? Да ничего. Карлуша, нафиг ты это сделал сейчас? Поехали. Ну вот что там Ворон сидит, блин? Пью, мне вот этот вот пантомима вообще как-то беспонтовый, если честно. Пью, пью. Против танков он вообще бесполезен. Так же, как в принципе и Барри. У Барри вообще должен он там стоять и из-за угла бомбашить по всем. Ворон, который не участвовал в игре практически. Когда он умудрился десятку-то подбить? Когда ты умудрился 10 бойцов подбить? На халяву выпрыгивай, наверное. Я тебя не видел даже на поле боя. Бегал там в кустах где-то, блин, постоянно. Странно, ладно. Кто там у них? Пока я увидел только. Пока, блин. Короче, у них отряд такой, ребят, стреляющий навесиками. А у нас, блин... А у нас непонятно кто. Ладно. Но у нас как тусёнок. Там Барри, ребята, развлекается. Хера тут он кустов наставил, блин, себе. Так, у меня суперудар, ребята, есть, если что, сейчас.
Барри успел убежать? Так, пойду за единорогом схожу. Да, сходил за единорогом, блин. Отлично, готово, шикарно. Фух. Так, 8 рыб. Этот вообще никого не... Ты серьезно? Мы с Нидой только разбираем. Зашибись. Это вообще ноль. Ой, подожди, не надо, не надо, не надо. Выйти, выйти, выйти. Фух, билетик у нас тут. О, 1000 монет, ребят. 1000 монет. Так, ну что у нас остается? По-моему, все, ребят. 10 раз. Броубол, парное столкновение, режим дуэли. А прикинь, был бы у меня Бравл Пас. Ё-моё, мы бы тут с тобой столько заданий бы уже могли бы делать бы. Ладно, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.